Заказали на сайте шиншилка, пуллер для тренировочных снаряд для собак. У нас сейчас щенок, но мы заказали сразу побольше, как подрастет, чтобы с ней заниматься этим тренировочным снарядом. Называется пуллер. Думаю, многие уже знают, и кинологи этот снаряд рекомендуют. Это у нас 20 сантиметров, два кольца, вот так вот он упакован. Сейчас он для нас большой, но ничего, мы скоро вырастем и будем заниматься. Производитель пишет, что очень хорошая нагрузка, нужно заниматься сразу двумя кольцами. Написано, укрепляет здоровье собаки, делает собаку более послушной, экономит время. 20 минут тренировки с этим снарядом заменяет 5 километров бега. Будем пробовать. Давайте распакуем. Вот такие вот. Он подходит, рекомендованный он для скотч-терьера, кокер-спаниеля, фокстерьера, джек-рассела, бигля и других средних пород для собак. Есть кольца эти в разных размерах, есть меньшие, которые там для тойтерьеров и мелких пород, есть больше для крупных собак, овчарок там и так далее. Это для средних собак. Два кольца, приятно, я думаю, будет собаке его кусать, играть. Так что собак, если у вас активная, рекомендую купить такие кольца. На шиншилке есть акции. Спасибо за приятные цены и за интернет-магазин.